Когда говорят «ядерная война», то обычно имеют в виду всеобщую, уничтоженную ядерную войну с стратегическим оружием. Вряд ли. Потому что Россия не заинтересована в этом, а Соединенные Штаты не способны на это, не подвергая угрозе существования своей страны вообще. Потому что соотношение сил сегодня такое, что в случае всеобщей ядерной войны Россия будет нанесет серьезный ущерб. Соединенные Штаты и некоторые страны Западной Европы будут стерты с лица земли на века. И они это знают. Поэтому всеобщей ядерной войны не будет. Повышается ли вероятность военных действий? Да. Повышается ли вероятность действий с тем или иным применением или угрозой применения тактического ядерного оружия? Да. Приведет ли применение тактического ядерного оружия ко всеобщей ядерной войне? Нет. Потому что применение оружия – это для того, чтобы выжить. Переход на стратегическое ядерное оружие означает верную, гарантированную смерть для них и тяжелое будущее для России.